Доброго дня! Я з України, і я рада вас вітати на своєму каналі. Дівчата, мені так приємно. Ви знаєте, ну, по-перше, я вам дуже і дуже дякую. Несколько дней назад была годовщина моего канала, и вы знаете, мои зрители подарили мне очень шикарные подарки. На своем влоговом канале «Будни богини» я делилась, вам рассказывала. Вот, а сегодня решила на этом канале поделиться, потому что я получила, девочки, посылку от своей зрительницы. Но это будет прямая распаковка, я не знаю, что здесь, но перед этим я с вами хочу поделиться тем подарком, который мне также сделали мои зрители. Я вам дуже и дуже вдячна. Это была фотосессия. Вы знаете, в такое сложное время, наверное, меня было сложно чем-то удивить, сложно чем-то было порадовать, потому что, ну, сейчас в очень сложное время мы с вами живем. Но вы знаете, именно этот подарок, именно фотосессия, так как это было впервые, так как мне делали профессиональный макияж, вы это заметили, глядя на меня в моем эфире. Сейчас я вам покажу немножечко закулисье, то есть как это было за ширмой, как меня готовили, как это все происходило со стороны, а потом вам уже покажу готовый вариант, но это только один образ. Еще все остальные образы, их несколько было. Девочки, это так интересно, мне так понравилось быть моделью. Я не знаю, получилось у меня, не получилось. В общем, посмотрите на подарок, который мне сделали. Так, доброго дня, мы из Украины, и я рада вас вітати на своєму каналі. Ну що, дівчата, годовщина моєго каналу, і мені подарили фотосесію. Ну не просто фотосесію, со мной будет визажист, но визажист пока стесняется, поэтому будете видеть только ручки. Вот у вас есть возможность зафиксировать до фотосессии, как я выгляжу, и, конечно же, после макияжа, ну и потом дальше я вам все-все-все покажу. Так, ну что, девчата, я пришла на локацию, вы посмотрите, какая красота. И я везде сейчас здесь буду, везде меня будут фотографировать. Значит, если интересно кому, пишите, обязательно вам дам контакт. Девчонки, это для меня впервые. Я боялась, скажу честно. Ну, во-первых, понаблюдайте мой шикарный макияж. Это вообще бомба бомбическая. Для меня это впервые, мне это волнительно. Я никогда не была моделью. Модель size plus, как ни крути, 87 килограмм, это еще не маленький вес, да, но для меня это впервые. Впервые, поэтому очень интересно. Ну, вообще, девочки, короче, вы сейчас все увидите, весь процесс. Я вам покажу, вы посмотрите, и я уверена, что вы уже ставите лайки, потому что для меня это все в первый раз. Сейчас тоже уже одела костюм. В общем, сейчас увидите нашу работу. Выпрямь вот эту ногу полностью. Вот эту? Вот эту. Заднюю. Заднюю. Вот. Давай. Так.
и работу мастера моего. Тихо-тихо. Меньше разговариваем. Я не могу. Я уже заметила. Я же блогер. Это же моя работа, это мой хлеб. На меня теперь. Сейчас мы и без кнопки снимем. Кто должен завидовать? Муж, что ему такое счастье достало. Мне молчать надо. Чуть выше туда. Привалило, так привалило. И что я вам хочу сказать, девчата, это классно. Это такие эмоции, это такие ощущения, они непередаваемые. Поэтому я, вы знаете, здесь уже будет реклама, вот такая откровенная реклама. Если кому-то интересно эти локации, в которых была я, также фотограф, пишите мне, хочу узнать, да, или давайте договоримся, хочу узнать, хочу воспользоваться. Если вам это интересно, пишите мне в комментариях, я вам сброшу номер телефона. Ну, это Полтавская область. Туда можно приехать из любого уголка, скажем так, нашей Полтавской области. Поэтому я осталась настолько, у меня столько впечатлений от вот этого происходящего. Девчата, я вообще, ну, неожиданно, это 100%. Спасибо огромное за такой подарок. Танюшка, кстати, подарки сделали две Танюшки. И второй подарок тоже от моей зрительницы Танюшки из Николаева. Спасибо огромное, неожиданно и очень приятно. С вами будет сейчас распаковка. Я не знаю, что здесь, поэтому вместе с вами мы с вами и посмотрим, что же Танюшка решила, какой Танюшка решила сделать подарок и поздравить мой канал с 3-летним юбилеем. Это очень волнительно, скажу вам, девочки. Ну и параллельно это очень и очень приятно. Очень приятно, что Николаев помнит обо мне в такое тяжелое, сложное время для Николаева. Николаев помнит о том, что есть богиня. Девочки, смотрите, что... О, боже, Танюшка! Подставка под горячее. Девчата, хотите верьте, хотите нет. Я вот, вы знаете, да, мы переехали сейчас в квартиру после ремонта, поменяли локацию. И сейчас я, у меня одна такая штучка есть под горячее, больше ничего. Но очень часто себя ловила на мысли, что мне это необходимо. Таня, ты прямо в воду глядела. Так и она здесь, это, а сейчас я вам распечатаю. Она здесь не одна. Боже. Сандора, це Миколаїв. В Миколаїві, по-моєму, завод такой есть, да, Сандора, если я не ошибаюсь. Девочки, вы посмотрите, какой у меня веер. Вот это то, что нам с вами надо, любоваться на вот такие вот, потому что сейчас идет зима, холод, и это будут такие солнечные подставочки под горячее. Спасибо огромное, Танечка. Но это, девочки, оказывается, еще не все. Это, оказывается, не все. Так, одну часть я вам не покажу, потому что это личное. Это, ну, это нельзя показывать. Мы с Танечкой там договаривались об одном... ну, короче, девочки, я не буду говорить. Так, девчата. Так, что это такое? Так, это под... Это подставочка тоже под горячее. Серветка антиковзающая. Не под горячее, а это антиков... Таня, откуда... Вот кто смотрит мои видео постоянно. Вы, наверное, ты, наверное, заметила, когда я режу овощи и скользит иногда досточка у меня поет. Боже, Танюша! Девчата, вы подивіться, яка краса. Боже!
Тань, спасибо тебе огромное. И это еще не все. Девочки, вы посмотрите, какая краса. Саусеп. Кстати, очень классный чай. У меня тоже было какой-то, ну, какого-то производителя, я не помню, тоже у меня такой чай был. Спасибо, Танюха, спасибо. Зеленый чай, это как раз то, что нам с вами надо. Вот такой вот чаек Саусеп. И это еще не все. Девочки, тут еще доставать и доставать. Еще одна, чтобы не скользила. Вот, смотрите. Боже, Таня. Тань, спасибо тебе огромное. Ну, это много. Это много, Таня. Это очень. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Боже, девчата. Так, что это такое? Что это такое? Я не знаю, что это такое. Пиши, что это такое, девчата. Це, мабуть, якась тушенка. А, точно, состав говядина, крахмал, да, говядина, это говяжья тушенка. Боже, Миколаїв, Танечка, дякую, велике дякую. Так, клас, девочки, смотрите, добрый вечер, мы из Украины, це пряничок ось такий, имбирно-медовый. Танюш, дякую тебе, дуже дякую, дивіться, яка краса. И це еще не все. Не все. Імбірно-медовий пряник. Дивіться. Дивіться, яка краса. Дівчатка. Боже. В таку скрутну годину ви подумали, ти подумала і обо мені. Тань, спасибо тобі огромне. Так, дівчата, смотрите, пакетики для заморозки. Я свої вже частично использовала. Ти, от, ви знаєте, хочу сказати, це ще не все, дівчатки, тут ще щось лежить. Хочу сказать, что вот когда мы с вами на одной волне, мы знаем, кому что надо. Да? Вот вы меня спрашиваете, я прекрасно понимаю, когда вам что-то, вы что-то, ну, в общем, у нас с вами мысли сходятся. И как раз мне это надо было необходимо-то нечто, не, да, необходимо. Двигаться, який блокнотик. Это тоже очень пригодится. Во-первых, он наш такий украинский, це дуже-дуже круто. И у меня уже, кстати, подзаканчиваются блокнотики, поэтому это очень необходимая вещь, очень классная. Это Таня намек, что я забывака. На каждый эфир буду ложить, чтобы не забывать. Так, и это, я даже, девочки, не знаю, как его открывать, что это я прочитаю сейчас. Это термокружка. Термокружка, смотрите. Вот такая термокружка. Боже, Танюша, спасибо тебе, моя родная, спасибо большое. Вот такие термокружки, очень классно сделать чаек, допустим, да, и вот горячий. Если в дорогу я, это тоже хорошо. Да и мне на работе, чтобы не остывал. Спасибо большое. Девочки, ну термокружка не простая, а сюрпризом внутри. Боже, это, наверное, точно, это серьги, девочки, какие я хотела. Боже мой, Таня. Боже, как красиво! Сейчас я вам покажу, девочки. О, обалдеть! Боже, какая краса! О, боже! Божечки, как это красиво! Здесь не только серьги одни. Вот! О, браслетик! Еще одни серьги! С ума сойти, боже мой, Таня, какая краса, девчата, боже, Танечка, рідненька моя, тобі дуже-дуже дякую, рідна. Спасибо, Танюш, спасибо, девчат, мне очень-очень приятно, спасибо, дуже и дуже дякую, спасибо. Все, мои хорошие, на такой оптимистической ноте, чтобы ничего не пропустить, бо у меня Таня такая, она скажет, ах, ты что-то там пропустила. Ничего не пропустила, распотрошила твою посылку. Танюш, спасибо тебе огромное. Девчонки, все, кто поздравил, все, кто написал слова благодарности моему каналу, это очень важно. Для меня это на самом деле очень важно. Поэтому спасибо всем огромное. Знаете, как это говорят, праздник тот же день, какое сегодня у нас число? Шестое, пятое, шестое. Праздник тот же день, пятый. Не пятый, третьего было,
Сегодня 6-е, если я не ошибаюсь. Праздник тот же, день 3-й. Спасибо, девчата, огромное. Я вам очень и очень благодарна. Я хочу всем пожелать своим рідним українцям тихої, мирної ночі. Я хочу всім людям на землі побажати тихого, мирного неба. Мирного неба, світлого неба. І я вас люблю, цілую і ціную. Пока-пока.